У меня есть власть над своим прошлым, настоящим и будущим. Я могу менять к лучшему те энергии, которые влияют на меня. Я меняю прошлые эмоции своей любовью и своим намерением. Здесь и сейчас я выхожу из-под влияния страхов и негативных эмоций, которые когда-либо проявлялись в моей жизни, в одном или во многих из моих воплощений. Я намерен взять из прошлого только то, что служит мне во благо. Божественная любовь внутри меня – это могучая сила, с помощью которой я сам способен управлять собой и своей жизнью. Я достойно прохожу свои уроки и получаю необходимый мне ценный опыт на Земле.